Все пиздец, блядь. Не хочет, кикнул, заменил, нахуй. Все, блядь. Успокойся. Ладно, все, давай без оскорблений. Ребята, все молодцы, все, все вообще... На камеру. Это на зум. Казак на зум. Хазум или как? Блин, тупой ник. Прости, пожалуйста, брат. Не, я просто ник тяжело читается. А, все нормально. Давайте на позитивчике больше. Все будет хорошо. Войд, пошли в рейд, мастер трейд. О, началось. Так. Кстати, лечится этот баг, царь, который когда тебя скидывает. Вот меня в прошлый раз там точно так же забагало. Там макрос есть какой-то на этот... Да нахуй ваш макрос, альт F4 просто жмешь, заходишь, ты духом стоишь, подсылка. Все. А, понятно, я рил, там да, не обязательно, поставили. Там можно релогнуться. Но факт в том, что меня кикнули с рейда, поэтому меня в Долоран выкинули. Вот да, не надо кикать с рейда, банально альт F4 и все лечится. Изи. Суммоним рейд. Фури бафы раздали, рыбу пожрали. Так, все тут, харчу на пул. Но мне каких-то бафов на лапы нет. Будете бить без сопротов, вы даже до третьей фазы не доходите. Нахуй. Выпивайте ДД фласки, блять, хуя вам не будет. Да все, хватит, с ничего не проведем. Летят ГП. Залагал, не залагал, услышал, не услышал. Царь, чего не хватает? Все, сейчас все хватает. Запускаю босса. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордри? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои... Чулан, озвучиваешь РДД-зону, блядь, я милизон. Одна секунда. Я оставлю тебя в живых, чтобы Гера. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Чумушка Мили. Лики. А сейчас будет.
Чума назад. Валийский. Была ловушка. Надо продвинуться немного, далеко бежать. Ловушка, готовьтесь. РДД подвинулись. Чума, сейчас готовьтесь. Ловушку не наступить, РДД. ДД, Мидвей. Не, блядь. Ой, вынес. Пушка. Готовьтесь. Милики, бегом. Ма, сейчас готовьтесь. Милики, пан вынес ловушка, милики. РДД подвинулись чуть-чуть. Риски, продвинься пару шагов. Угу, все, все. Чтоб треугольник постоянно был. Ловушка сейчас будет. Милики, бегом, РДД подвинулись чуть-чуть. Все подвинулись чуть-чуть. Стой, стой. Войд, чуму вынеси, войд, диспел его. РДД, идем к личу. Идем к личу. Сомалийский подвин. Классная, чуму вынеси. РДД в квадрат. Квадрат, бегом. Хмвей диспел. Классный диспел. Близкий, сейчас будет ловушка, двигайся, я скажу. Пошел, пошел, милики, пошли. РДД на месте стоим. Води, води, води еще, Сомалийский, води. Какая у нас? Милики к личу встали. Подвинулись все чуть-чуть. Чума сейчас. Бегом, РДД. Милики на месте. Сомалийский чуть-чуть подвинься. Бычья голова вынеси, чуму. ДД в квадрат, бегом. 1%. Платформу. Сосали по платформе. Доты накидали на трэш. Сомалийского захил, далеко не убегай. Диспел, станьте Сомалийского, кто там? Рожи, духа. Раньше набрали нахрен, рассосались больше еще, еще больше. Вот где я стою, никого нет. Ком, ледяная сфера, уйдите нахуй с рейда. Эл-рей, чума. Я скинул кошу. Сферы бьем. Бегу. Кто там гим дает? Можешь давать. На ману. Ман гим найду. Напулили. МДД Макс набрали. Сфера. Пытайтесь пытаться кас сбить. Хоть кто-нибудь. Я у вас когда-нибудь получится. Гневный. На локе. 5 секунд переход. Больше унесли дамага. Сфера. Две сферы, РДД. Слили сферы. Дрожи духа не идти. Били дух. Все встали в звезду. Стали звезду. Звезду бегом. Ехали по валькам. Арасичо в ромбике. Рассосались по платформе. РДД сразу зашли с хилами с центра. На пути валик не стоять никому. Скирнение 5 секунд. Электрошам. Больше. Ромбик больше. Трусы летят в скирнение. Быстрее слейте. Отойдите оттуда. В другую сторону перешли. Вот я прыгаю, вставайте. Вальки и сразу осквернение, не забудьте. Валька первая схватила, валить я туда нахрен. Осквернение. Жались. Бегом, 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 бегом. В ромбике, бьем печеньку. Печеньку слил. Кто в трусах? В трусах, Элрей. В трусах я, да. Пан, если что, в ромбике. У меня ничего там не было, значит, пана бьем. Печенька, лок, сук. Пара сливаем тогда. Внутрь не сходимся, ни хилы, ни РДД, ни лич. На раньше все остались. 5 секунд.
Ты добейте. Кто рядом? Бегом. Чулан. На центр все, бегом. Рея захильте, он в... Рея, добейте с центра РДД. Отлично, дальше поехали. Лича, блядь. Тип печеньку. В трусах лок. У лока есть портал? А, нет, лок в ромбике. Значит, сомалийские в трусах. Осквернения рассосались с центра. Из подвалик ушли. На пути не стоять. Мастер, помогите. Вообще в трусы. Ходим там, где нет осквернения, на ту сторону. Быстрее, быстрее. Вот сова стоит. В сову, в игоме. Альки, готовьтесь. Валик осквернения, на пути не стоять. Разошлись. Все хилы. Быстрее всех валик разбили. На ромбик милики, РДД печенька трусы, бегом. Хили заражение. Гим слейте. РДД, ромбик или кто там ближе, милики. Три хила в вальках. Пиздец. Три хила в вальках. Три хила в вальках. Жопа. Три хила в вальках, я лучше упал. Интересно, тоже зашли, сдох. Ой, опять этот корейский рандом, господи, как же он мне нравится. Нормально голос или громко слишком? Нормально. Эти переключайте. Шредер. Не, я просто микрофон подвину подальше, если громко. Шреддер, кулаки, Алиса, каски, эмп... Нет, я каски буду раздавать, потому что если кто ляжет, сразу раздам. То МП5 раздавались. Появился четвертый слаб. Только прослакал с вальками. Чат пробежал, не посмотрел, кто где. Я тоже, блядь, не могу посмотреть. Видел, что лок был один точно бронзовый. Лок красный писал, типа, не бить его, да. У меня лок проскочил, и поэтому я думал, что там, ну, вар. Вальки слишком медленно летят, здесь можно вообще всех разбивать. Шкаф поставьте, император с умон. Их прям реально можно, даже когда в жопе мира летят, можно добежать и слить. Все, он здесь, фулбаб делайте. Ой, ну зад, я вижу, у меня дон стоит, остальные не знаю. Тем, бутылочки раздашь хоть на ДД? У вас что, своих нет? Ну, сумоньте тогда, я сейчас дал ранс лета. Если я успею, я проанонсю, ну, на ком перекинулось. Там в какой-то момент идет еще и лужа, и не успеваешь. Медвей стоит на лестнице, соответственно, подходим, дам для шной фласки. Ладно, запись заберу, а то сука и так ФПС пиздец. Нормально хилилось. Никто по мане не просел. Никому заливать. Я не просел. Нет, я про хило. Но... Я кому-то там лил быстро и не смотрел просто. Мне глаза еще не привыкли. Но заражение не прохиливалось после каких-то валик третьих или четвертых. Кому нужно да. Фласки ДДшные, подходим к этот, к лестнице. Оно не прохилилось, да. Просто их это вальки взяло. Сумоньте. Он из ПД дашь? Да. Это бычий, ты так сильно не волнуйся, ты все хорошо. А то ты чему полез, побежал к лестнице? Все будет нормально. Один хуй вы, даже хоть 5 гимнов дайте, возражение не похилить без хилов. Еще, блядь, и без сопротов. Еще электрошам умер от вальки, да? Далеко стоял, осквернение выносил, на него возражение. Вот, ребят, электрошам, я вот смотрел, ты стоял намного левее от рейда, а не в чулане. Вот это очень плохо. Как бы ты должен вставать вот в чулана. Именно вот в квадрате. Подождите секунду.
Электрошам, ни одного каста волны... Нет, два каста волны исцеления за весь бой. Серьезно? Зато малые волны исцеления 4. Да нет, не может быть. В это, если левее стали меня, или раз вернулись, все, ну там шаг сделали. Короче, вот здесь стоял. Меня чуть-чуть подвисает, Пан. Я поэтому могу первые эти, когда трэша много, виснуть. Напустил чуть-чуть. Босса. Неужели прибыли наконец? Давайте все прожимки в валик. Не ждите там ничего, чтобы в лича больше. Быстрее разобьете валик, быстрее начнем лупить лича. На твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так, герои! 3 секунды до пула. Не давайте вы сразу рост, ничего не прокнуло нахрен, уродцы мелкие. Пушка сейчас. Илики, бегом оттуда, РДД подвинулись чуть-чуть, чтоб чуму вынести. Моя ловушка сейчас. Шам пошел, РДД двинулись. Ловушка. Илики, бегом, РДД чуть-чуть шаг. А сейчас. Не прослакайте. У нас чума, мобы в рейде. Чумо. Не. РДД двинулись. Диспел. Шансунга диспел. Царя диспел. Блять. Жди. Вставай. Илики бегом. Баф дали по присту. Ску там накиньте что-нибудь. Чума сейчас. Траем дальше, забей. Аспер, бегом. Милики, бегом. РДД подвинулись. Треугольник всегда должен быть, не забывай. Пушка. Милики, бегом, РДД подвинулись. Все чуть-чуть подвинулись. А сейчас. Ава застик. РДД вперед, РДД вперед. Сомалийский, пройди вперед. Угу. Еще чуть-чуть. Пока так, ждем ловушку. Сомалийский, скажу, пойдешь. Иди, милики бегом, милики бегом. Сомалийский, иди. Параллельно идем. РДД. И мы двигаемся. А сейчас. РДД. РДД войд. РДД уходим оттуда. Бегом к личу все. 0,5%. 1%. Кинули дота. От сомалийского ушли. Рейндж набрали. Место до хрена. У меня здесь вообще никого. К сомалийскому один диспеллер. Он сам себе может диспеллить. Мало ли, на всякий случай. Дневного. Рассосались. Рассосались. Захил сомалийского. Не забывайте. Ну-ка дагим читать. Тай, кто там читает?
Дальше в духа. Первые две. Дух секунд. Лрэй. Отк 5 секунд. Сфера. Еще одна. 2 секунды переходка. Перед мордой не стоять. 5 не перед мордой. Звезду все встали. Ну точку, четко. Ехали по валькам. Станы раздали, паладины сразу, ничего не ждите. Рассосали сразу РДД хилы, чтоб лужу не вынести в центре. Няня 5 секунд, чуть-чуть разбежались. Милики чуть-чуть выйдите, мидвей. Обратно пошли, бьем. За хил микстурку, Миша, блять. Ну никто не видит, нахуй, я бегу, блядь. Стою на внешнем круге, нахуй, отбежать лень, блядь. Начинайте видеть вот это осквернение на мне, раскрывайте глаза. Если это не начинать видеть, то всегда так будет, вайп. Невозможно, я не знаю, Люча этого убить, чтобы, блядь, всем в рейндж разойтись и валик отпускать. Тут, ну, очень много хп у него. Либо начинать смотреть, либо так и будет продолжаться. Выйдите! На эти 2-3 секунды от друг друга нахрен. Мы успеем валик залить. Главное, в лужу это вынесите. Спокойненько. От всех. Идите по сторонам. Рыбу поставлю, что жрём. Ага, стоит. Не переживайте, какой нахуй такой же будет, нахуй. Раздуплите глаза, хилы, блядь, тоже хильте, нормально все будет. Чула, нарез. Все прибежали, масбафы раздали. Кулаки, каски. Кулаки. Я ж спрашивал, если хилам очень сильно напряжно, пусть говорят. И момент, и жопа какая-то. Запускаю, босс. Ой, назад, твоя задача, 4 секунды, если даже он не выбежал, 4 секунды ты диспелишь, в любом случае. На кого ты перекидывается, сразу диспелишь в рейд. РКД 3 минуты. Когда я ищу мау, тебе не надо считывать.
безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты... Гера. О, Гера, отлично вообще. Готовимся. Лужа. Да. Сейчас чума будет. Чума сейчас. После заражения. Милики. Милики, на мне чума. Милики, бегом оттуда. Близкий шаг сделай еще. Сейчас. РДД, все подвинулись. Ма, сейчас. ДД. Котлас. Котлас вышел. Котлас, бегом. Блять, на миль, на маленький здесь полетел. После этой ловушки все двигаются. Мили. Милики. ДД ждем чуму. С ловушкой чума. Милики. Мили. Чума Катразум. Хазум. Хазум там, я не знаю, как правильно. Женя захилили. Котлас, еще шаг сделай. Фу ты, блядь, сомалийский. Милики. Милики. Проведи, проведи. Что еще? РДД чуть-чуть. РДД чуть-чуть подвиньтесь. Моя ловушка. Милики, бегом. Медвей. Медвей, чума. РДД вперед пошли. Близкий, подвинь еще, иначе чуму заберем. Угу, все, все. Ловушка. РДД. РДД, бегом, вышли оттуда. У Лича встали примерно. Или за Лича, как угодно. 3%. Моя ловушка сейчас. Бегом все оттуда, милики, милики. РДД, вышли. Бычья голова, чума. Даже не вынесет, все равно диспельте. Раздотали. Дотали, раньше набрали. Место вагон. Пойди на ману. Ой, кто там поет? Котлас, чума. Пан, котлас. Сомалийский. Мастер, Лрей, мастер. Ух, там конденсатор будет. Да? Потом стаков у него 32. Блять. 18 секунд. Следите за ним. Две сферы рядом, РДД. Захиливаем. Сфера РДД, секунда переходка. Или всех на фул до заражения. Забудьте в одну точку. Блин. Поехали по валькам. Поехали, рассосались сразу. Хилы РДД. Тивалик не стоять. Микстурку уходи. 5 секунд. Миша Про. Трусы. У Лича ставь в центр. Лицо ставь в центр.
Жопа у вас в крест смотрела. Сзади видите крест, чтобы жопа ваша туда смотрела сейчас. Это сквернение и валик одновременно. Первая валька сразу по тапкам, в любую сторону. Главное не в сторону валик. Зашлись чуть-чуть. Ехали по валькам. Бегом, костель. Стан раздали, бьем быстрее. Стан по треугольник. Ромбик кто? Ромбик не бьет, там лоб. Шлет осквернения. Я в лужу упаду, РДД бейте. Бейте РДД трусы. Милики, этот... Печеньку, не сбегаемся к лечу. РДД разбейте меня. Трусы, ну, РДД, бегом. Не, 5 секунд. Вышли. Вышли из центра все. Бегом из центра все, нахрен. Классно. Портал. За хил заражение. За хил заражение. Сейчас вальки будут. Звезду. Мой портал. Стан раздаем. Поехали по валькам. Так, меня схватили. Леча, иди с ним. 10 секунд осквернения. В зале рейнджа. 5 секунд. Разошлись. Ромбик первее летит. Быстрее в ромбик. РДД. Сомалийский. В центр. Полечу. Также стоим. Сау встали. Женя за звезду. Можете в звезду, без разницы, в звезду гоу. Вальки, готовьтесь. Поехали по валькам, станы раздали. Раздотали, хилы РДД с центра вышли, осквернение, 5 секунд. РТД, поработаем по валькам. Осквернение, секунда. Это хил заражения, сомалийский. О, блядь. Электрошар ударил. Говорите нахуй, выйти, блядь, с этого, ёпта. Когда я нахуй... Им на хп костелю. Блять, вы не можете даже захилиться. Ну а прикинь, убегает с одной стороны в другую комнату, блять. В другую сторону комнаты, нахуй. Как я тебя, блять, захилю? Сквернение и вальки. Разошлись, никто не вайпается, бьем дальше, смотрим. Я, блять, хоть и встать на него, но не успеваю всех прохилить. А Лока. Это Лок? Уже жопа. Все, можно падать. Не, это хуйня. Окей, вы должны стоять так, чтобы вас захилили. Я понимаю, у вас портал, но встаньте так, чтобы вас захилить могли. Либо сами тяните жизнь из лича похищением жизни, чтобы хилиться. Лейте лужу. Что, Лейте, пожалуйста. Хил. Походу мне вообще давно надо заходить. Ну, у нас очень большая проблема, у нас нету раствора друида. И, блин, мы в 5 хилов идем или во сколько? 5. А, в 5. 5 маловато. Не хватает. Слышишь, у нас маловато в 5, потому что 2 холипала, во-вторых. А во-вторых, точнее, блять, у нас Эршам, который даже волну исцеления не знаю. Ну, во-первых, на заражение должен быть друид. Потому что это буйный рост плюс баф. И что? Ты что думаешь, ДЦшник успеет весь рейд расшелдовать? Убивает. У вас, блядь, начинаются проблемы не на первых вальках, блядь. У нас не на первых. Заражение, оно прохиливается. У нас проблема, когда мы отбегаем с осквернения. Некоторые отбегают вот, в ебеня. Правильно, потому что у холипал не будет захиливать, по-моему. Не могут остаться в центре, потому что они также, блядь, отбегают. Ну, ты сам за холипал играешь, ты понимаешь, что у тебя... Ты не можешь захилить по массе, когда они не стоят рядышком. Конечно. Друг с другом. Вот, а друид... Друид, секунду. Я не про это тебе говорю, блядь. Я говорю про то, что нахуй хилы не могут выбежать. Если, блядь, выбрали себе в цель нахуй лича и смотрим, блядь, при осквернении. Стоим в центре, блядь. Выбежать вам достаточно 3 секунд, блядь.
с этого ебаного центра. Даже вот так вот чуть-чуть можно от звезды отойти. И прохиливать полностью рейд. Нет, мы, блядь, бегаем нахуй в ебеня в какие-то нахуй углы. Пока, блядь, по крайней мере, в этом составе хилы не научатся отбегать правильно, нахуй. То есть стоять, прохиливать заражение, пока остальные отбегают. Если на хила вешать, то, соответственно, блядь, выбежать с центра. Чтоб не засрать нахуй комнату. Раз. Плохая идея менять растор шамана. Не будет залива манной хилама. Я растор шамана вижу бузера, блядь. Я хочу его достучаться, он, сука, не принимает потери. Ну, кстати, для 253-го этом левела он неплохой хпс выдал. Еще бы волну кастовал, а не только цепухи. Тогда, блядь, вообще бы был, да, отличный, блядь. Я бы на него молился, блядь. Когда идет заражение цепухи, он, блядь, не всегда спасут. Ну я даже 40 минут не буду. Максимум, блядь, тратить еще буду. Пизду. Сколько там попыток? У кого есть? Идеальный состав на лича 25 хм это ДЦ, 2 рестер шамана, 1 холипал и рестер друид. Тогда будут в 5 хилов вообще изи будет захиливать. Но у нас нет такого состава. Либо 1 рестер шаман, 2 рестер друида. Рестер друид лучше всего на заражение подходит. Ой, сука, бузер, блядь. Мастер, видишь, чего не отпишет? Так. Суйка. Бычья голова в 25 будет в ДЦ, а я в холи. Ну задано замену, я в ДД в шар пистола в ходе приста. И тут вот на заражение как раз очень хорошо зайдет триня, которая у бустера, у бузера Солара стоит. По 5 рандомным целям, да, с меня количеством хп. Сейчас окажется, что никогда это пиздец будет, да. Да, там ее намного упростили армсом, нахуй. Mortal превосходство вихрь. Mortal, блядь, превосходство вихрь, блядь. Mortal превосходство вихрь. Все, пиздец там, блядь, три кнопки, нахуй. Можно даже кровопускание довешивать. Mortal, Mortal, превосходство, вихрь. Два Mortal надо отдавать. Стоп, Mortal, блядь, это, блядь, урезание. Ой, и превосходство Power Power. Два превосходства нельзя в 2Т5 по той причине, что после первого превосходства у тебя вешается баф на вихрь. Он увеличивается на 125% дамаг от вихря и 30% китай или 25%. Поэтому ну, там что? Только ну, один, ты... один. Ты трех, вторым трех. Его не снимешь, а просто продлишь. Но тебя... ты понимаешь, что когда ты, блядь, с 2Т5, у тебя вихрь нахуй 4 секунды КД. Алиса, кстати. Подряд, нахуй. Алиса, считай, кстати, нахилила считай. На чуть-чуть меньше, чем Тёма. Да вы не, смотри... играл в Армсе, вы не смотрите, сколько они нахилили. Они нахилили основное это в мекстурку. Поляму. В рейд они не нахилили.
Для сравнения, у бычьей головы в микстурку 230к. И в остальных там по 100. Агробузеры плюсанули в рейд. Агробузер. Агро в диссе. Бузер, Эршама, спекайся, а не Вилема. Бузера не вижу. Походу заходит. Мне казалось, что есть орды, да? Демон дает 3% или нет, насколько помню. Какие 3%? Дают арканы. Арканы дают 3%. 3% наносимого урона, это дают и ретрики, блядь. И ханги, как видите, по-моему, тоже дают. Бэна вроде. Так, короче, блядь, бузер, нахуй. Как же он долго заходит. Агро, тактику знаешь? Так, у нас примерно сколько еще траев будет? 2, 3. 10-15, пока не убьем, нахуй. Кто хочет уходить, уходит, я пугов доберу. Страдаете хуйней, блядь, серьезно, блядь. Вы, блядь, так ораете, как будто вы, нахуй, сейчас жизнь проебете. За каждую хуйню переживаете, блядь. У меня все нормально. Да, чего он нормально, нахуй? Говори, что надо. Да он под травой просто не успеваю говорить и ДПСить чуть-чуть. Вот, ДПСить не успеваю. Говорить успеваю, ДПСить не успеваю. А мне кнопку надо нажимать, если нажму, блядь, постоянно, нахуй, на это пиздец. Там, чтобы поддерживать, все нормально. До этого у меня выше ДПС был, когда я ничего не говорил. Ну, скиллуха пропита, чё. Раньше все успевал. Ух, блядь. У тебя тоже горит, да? Вот у меня не горит, мне как раз таки... У меня на лече уже вторая банка заканчивается на 250 СПД. То есть я косарь голды вот сейчас просто в никуда выкинул. Не знаю, с чего вы сгорели, блядь. Да ты их на халяву берешь, пиздец. Неделю. Вы хотите в первую неделю убить? Нихуя. Вы, блядь, траете, пока тут, нахуй, не научитесь хотя бы хоть что-то элементарное делать. В смысле, где я на халяву 250 эти банки беру? Здравствуй. Давай мне призрака, либо, блядь, или про гнома. Давай ли про гнома. Вы еще, блядь, пойдите после этого рейда на валерьянке, выпейте себе. Горите с нихуя просто, серьезно. Не убили на этом, когда на следующем убьем, блядь. Не убьем на следующем, нахуй, надрочитесь, блядь, убьете через 2 кд. Не все всем сразу, нахуй. Это мы можем на этом убивать, просто у нас сетап хилов говно. Сейчас уже более-менее нормально. Все равно, да, Тёма в ретрика пошел. Ну да, сейчас более-менее, на самом деле. То есть ты агро в десятке траил, но не убивал? Он сюда попал, значит, 25-ки будет. Долго на ФКшек будет? Сейчас ГП полетит. Зачем? На ФК проверь. Короче, если сейчас не получится у нас по хилам, такая же будет. Просто спекните, я не знаю, меня, еще одного хила. 3 приста, блядь, только держится у нас.
И что, ты знаешь, как за 3 круга, прикинь, дал в заражение и выхилил? Ну, 2 там. За диспел кривой. Назначь, кто диспелит, ну, за же ушел. Блять, так не хочу на шерпистолу говорить, что он диспелил это пиздец. Шерпистол диспелишь. Бля, ну ладно. Ты не сказал, я скажу, чё. Хотя мы молодец, ворвался, решил вопрос. А? Ай, а по-мужски. А то, ёпта. Царь, губы вытри. Слышишь? Ты начальство, да. Только шопу поцеловал. И чё ты этот, как он? Хиллбот банулся, релок. Где твое первое место по DPC? А? Ну, давай посмотрим по урону в лича. Там эти молнии свои кастуют на я этих. Смотрю. Я сейчас смотрю 17к, третье место. Ёб его имя. Ты смотри, урон. Первое, блядь. Ой, ой. Ну все, давай, да, давай, да, мне этот. D1, короче. D1, чтобы меня никуда не брать. Да нет, просто, блин, тут ребята вот... Пан вихрем разгоняет, император молнии кастует свои. Они не кастуют. А я чисто в лича играю. Они играют соло таргет. Че ты мне загоняешь? Шерпистол. Сколько у нас тут начинается? Шерпистол, ты меня слышишь, да? Слышу. РТ, который стоит, ты видишь. А, ну они стоят. Окей, представлю потом. Похуй. Будешь собирать РТ, я будешь начальник боссов РЛить, нахуй. Потом я подойду, заберу РЛиста на себя, понял? Если ты будешь. Да, да. Если не будешь, царь, ты будешь собирать. Какие рейды? Следующие, нахуй, с каждого. Когда, кроме четверга? Кроме двоих выкликов. Прист, это, все абсолютно... это туннель-дамах. Это не АОЕ-дамах, ребят. Знайте это. Но когда буду, тогда могу. Царь, ты сам знаешь, ты можешь делать грязь, когда ловушка в РДД. Сам знаешь же, мне же не надо объяснять. Накручивать ДПС в шипы. Конечно, я могу сейчас всех начать мультидотать там эту. Ну свою... да, типа такая ловушка летит, и такой оп-оп-оп, пока прыгаешь. Накинул, опа, дальше. Так тоже могу. Только какой смысл, если лича надо перевести? Блин, знаешь, накручивать ДПС на мобах, которые чумы в приоритете могут сдохнуть, или которые можно после фазы там на зиме залить. Нет, я реглогнусь, прошло 3 минуты, да? У него не быстрые, у него очень долго грузит у бузера. В любом случае, паладины бьют бурей, вихрем, вары и АДК фигачат этой мором. В любом случае, там трэш все равно сдохнет. Плюс мой Stormfall. Плюс бомбы мага. Поэтому я и не делаю эту херню. Вот я замечаю, там Локи некоторые свою порчу иной раз нет да нет докинут, точнее семья порчи. А, мерзавцы. У них там ротейшн чумовой. Я хз какой, но там работает через порчу эту дурацкую. Поэтому... Мне тоже нужно разгонять стаки в сове. Мне тоже надо бы накидывать, но я сбиваю болт. Я максимум могу на шаркаря кинуть, чтобы быстрее сдох. Варм тут вообще цифры можно бешеные крутить, понимаешь? На трэше. Конечно. Семя порч только у арки в ротации. Да, тем более удар героя не будешь юзать, как бы там это не срываешь, а у этого, у пана сейчас вихрь в приоритете юзать, и он, наверное, столько там из этого вихря по мобам накручивает. Я как не посмотрю, у него, короче, там 2-300, там 2-400 по этим, по мелким дамажено. За одну фазу только, да, казалось бы. В озеро зашел, я же говорю, у него все не быстро. Экай, мастер. Бузер в Дискорде.
походу грузится. Даже не видит чат. Дошел. Бузер, ты тут был, не был, плюс они. Сейчас теперь окно у него откроется. И Бузер выйдет в окно. Смотри, стоишь с чуланами вместе, видишь квадрат, всеми РДДшниками. Звезду и квадрат видишь? Будешь стоять вместе со всеми РДДшниками. Кидается ловушка, блядь. Ты перебегаешь вместе со всеми РДДшниками. Уходишь, будешь бегать за чуланом, короче, все время, блядь. Чума так же, как и на 25 обычке. На первой фазе все почти так же, как на 25 обычке. Просто РДДшники двигаются, блядь, по этой стороне. Вот, по этому кругу, нахуй. И хилы так же. Танк... Мейн, офф-танк, посередине, где звезда. Милики по этой стороне. Так что стоит так, чтобы доставать всех по хилу. Диспелит у нас, шерпистул, вторая фаза. Почти такая же, только вальки дамажит больше. Оскорнение есть. Третья фаза будет комната. Если дойдем, блядь, потом уже посмотришь по ходу дела, нахуй. Если мы дойдем. Больше ничего рассказывать не буду, блядь, поймешь время трая. Главное, на ловушке не улети, нахуй. Так, все тут, я запускаю босс. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь. Второго. Тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Вот я не понимаю просто за что. Почему ты это делаешь? Он тебе поездку отдал? Давай ему сразу поездку. Нет, он плюет в меня просто. Стоит, чтобы поездку в холле спеги отдать. Можешь поссать на него. Ты все. Гера. Геру. Рост. Геру. Уже готовимся. Милики, бегом оттуда. РДД шаг. А, готовьтесь. Агра пошел. РДД бегом. Милики на месте. Сомалийский подвинулся. На миликах, блять, ловушка. Диспельте-то. Да? А ловушка на агре. Странно. Агра в миликах стоит, что ли? Нет. Агра стоишь на нем чума. Ловушка на ушей. РДД. Стопните, флут РДД. Лишний. РДД. Значит, прослакал. Что заметили? Он бегом. РДД. Ловушка. Диспел там. Ловушка. Мили. Милики, бегом. РДД шаг, сомалийский шаг. Чума сейчас. Крик на хп. Армс. Д, бычок, бузер. Бузер, чуму, бегом. Испел. Риски еще шаг сделай. Еще. Прям в портал встань. Угу. Ловушка сейчас. Сомалийский. РДД. Стоим на месте. Будет чума. Не наступите в лужу. РДДшники, пойдете возле звезды по центру. Атлас, РДД.
Котлас, диспел его. Сомалийский уводи. Уводи, сомалийский. Еще уводи. Еще. РДД ближе к этой, к луже двигайтесь. РДД. РДД ушли. Сомалийский уводи. РДД ушли. У меня захил. Заражение, блять. Прохил заражение, нахуй. 1%. Кто захил заражение? РДД, ловушку, ушли оттуда. Сомалийский уводи. Аспер, диспел. Мультидот. По всем оставшимся мобам. На шакрей тоже все можете накинуть. Сомалийского захил. Можете капли ему отдать, паладины. Отошли от ебала. Агро. Ушли, 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 ушли. Раньше набрали, место до хера. Сфера, я далеко. Не помогу вам. Диспел сомалийского. Давай гимноману, кто там дает? Две сферы. РДД. Сфера. Духа слились две сферы. Сфера, шпан. Не гнев. Переходка 5 секунд. Отведи, отведи, отведи на себя его. Даже если в зиму зайдешь, похрен. От морды уйдите, бежали. Кто там стоит? Присты. Сфера РДД. Ушли от морды. Блять. Заражение прохил. Гра, вставай. Звезду ставим. О, сразу. Заражение захил. Точку одну встали. Поехали по валькам. Бегоми. Холипал, да, печенька. Понимаю. Быстрее холипалов разбили. Трусы на потом. ДД хилы сразу раньше набрали. Осквернение. Сразу разошлись. Осквернение. Миша Про, отлично. Вниз. Бегом, слили. Микстурку захил на фул. Блять. Сомалийский лови. Блять, минус 6. Что-то по хилам, я не скажу, что круче стало. Да, наоборот, хуже. Еще хуже стало. Ну, в лужу зашли, просто... сдохли. В лужу зашли, сдохли. Почему хуже? Я вам расскажу, почему хуже. В первой фазе я чуть не сдох от заражения. И сомалийский чуть не сдох. На первой фазе. Ну, я вам так скажу. Хуже стало потому, что бузер хилит хуже, чем тот шаман. Просто факт. Не только поэтому, еще по одной причине. Бичьи головы, нахуй, дает 6 FPS. 105 чутки не показывает. Показывает, не показывает, но у Инузада, блядь, даже без Т5, нахуй, было 14к. Мастер, у тебя с головой все в порядке? Рекаунт и скады не показывают абсорб от щитов в Т5, поэтому у тебя написано то, что он не абсорбит ничего. Что, слово что это «силы сказать? Щит». Неправильно это, ну, показывает. Где оно, слово «силы щит»? Давай, скажи, где оно там? Я символ, ты линканул символ. Окей, нахуй, сейчас поищем. Давай. Умник. Я 2 часа пытался найти хотя бы скаду или айкан, чтобы показывал. И здесь можете фулл баф дать. Фулл баф раздали. Ну, голова, плохо хилишь. Давай старайся. Все ДЦ плохо хилят. Они только щитуют. Если чё. Так. Ты чё поумничай. Я где-то 5.5 миллионов насчитовал, которые не показываются. А ну-ка идем в СБ. Ты что не может, там есть. Так, фулл ребаф есть? Так. Пум-пум-пум-пум, запускай. Кулак рогом киньте, пожалуйста. Эй. Кулаки раздал, Шреддер, быстрее всем, блядь.
Не дохните от гневных, ну там место вагон. Идите вправо и влево. Я вот стою вообще в жопе мира, чтоб если он дыхнул, да меня даже не достало. Как вы там дохнете? От спида. Остался один, Б. Я один из тех, кто сдох. Нигде щитки не показывают, даже в активности, блядь. Потому что их нету, мастер. Ну что ты такой упрямый-то, а? Я-то упрямый, мне похуй. Мне похуй. Ох, ну ты правильно. Зерхиль, что ты там делаешь? Веру. Велики, бегом! РДД шаг влево. Чтоб чуму вынести. После заражения. Сейчас чума будет готовить. РДД. Воет, диспел его там. Проследите. Видите, где я стою? РДД. Алло. РДД. Все подвинулись чуть-чуть. Еще РДД шаг. Еще уйдите с ловушки. Идите. Молодцы. Заебись. Ну, я вам сейчас так скажу. Вот все вышли, кроме одного человека. Вот я ник просто не успел прочитать. Не знаю, бузер, не бузер, просто там и мобы, и все перемешку. Вот один стоял, и вот это от него пошла вот эта вот цепная реакция. Чё один нихуя не хилю, чё второй нахуй? Раза ну сказал, вот... отойдите РДД. Я вижу, что там стоят, сказал же. Вроде как слышно меня. Я не знаю. Бузеру повезло, блять, только потому, что он, сука, в мейле. Иначе бы Лич его ваншотнул. Нахуй вы там стоите? Пошли, нам щиток. Ну, я мейл и щиток, да. Спас. Тряпку бы шотнул. Рогов то же самое. Вы мне скажите, это вообще нормально, что... Подожди, да, эффект исцеления смотрю. У бузера цепное исцеление, минимальный крит 117, максимальный 116. Это... Как это? Вообще законно? Нет, он, нет, ты посмотри, у него максимальный крит 16 тысяч, а минимальный этот 107, это что за херня? Да, как это так? Почти фулл хп, наверное. Да, мысли, так он в избыточный уходит. А тут, пока... если что, на первом этаже стоит квест. Если хотите, можем пойти квест закрыть. Хотим. Сейчас один трай. Давай трай. Такой квест потом. Ну, у нас это... Я не знаю, кто-то говорил, что один трай у них. Один трай у этого Movie Pro и Shaper уходит. И я еще тоже. Давайте последний трай и пойдем все-таки квест делать. И съебемся уже отсюда. С сиянием рассвета, блять. Пошли. Мастер. Да не, ну ребят, серьезно, нету Виби, нету Виби, нету, блять, этого самого Маликета, нету Турбо. Турбо уже не будет, нахуй, так что, блять, я не знаю, как хотите, нету блядь, принимайте свой лишний скилл, блять, как хотите. Агро, не вижу твоего трупа, вставай. Турбо забил? Ну, хочет продать перса. 12 рублей, что пишите? 12,5. 15к. Я не знаю, логнись. А, сделай Alt-F4. Стой. Alt-F4 и заходи в игру заново. Есть тебя... макрос на покинуть тело, я забыл как он.